Всем привет, меня зовут Надин Шмаффин, и это игра по известному аниме «Семья шпионов». Я думаю, все успели его уже посмотреть, и очень много людей от него фанатеет. Я, разумеется, тоже его смотрела, но больше всего я в этом аниме люблю Анечку, поэтому, собственно, я и скачала эту игру, чтобы посмотреть, о чем она, собственно. А называется она «Spy Anya Operations Memories». Но, думаю, как-нибудь справлюсь. Я надеюсь, что эта игра предназначена для людей возраста Анечки, так что идем в новую игру. Ты можешь двигать Анечкой. Попытайся походить. Опа, офигенно. Ага, чтобы двигаться быстрее, можно дышать. Попробуй дышать. На «Б»? Что ты лыбишься? Я не понимаю, на какую клавишу дэшить. Б не работает. Да, Анечка, я тоже ничего не понимаю. А, можно с кем-нибудь поговорить? Чё тебе надо? Поговорить, поговорим. Вот там еще какие-то пацаны. Пацаны, стойте. Поговори с пацанами. А, второй сын вернулся домой? Да. И что, если да? Дружелюбная схема. Я помогу бате выполнить его миссию. Я, короче, тоже домой иду. Прикинь, пацан, я тоже домой иду. Ну и чего, проваливай домой. Как тяжко разговаривать со вторым сыном. Но я не сдаюсь, я обязательно стану его другом и спасу этот мир. Я грамматику с тобой буду учить. Лорд Дэмиант не хочет тратить свое время на учебу с кем-то вроде тебя. Ну и пошли вы, сволочи, суки. О, какая она довольная. Ее все нахер послали, она довольная. Пошли вы. Пошли вы все, я довольная. Я довольная, ухожу от вас. А могу с тобой поговорить? Форжер, ты как? Аня, ты кучу. Я зашибенно. Классно это слышать. Замечательно, когда дети в хорошем здравии и счастливы. Да, я. Да, я счастлива. Он какая счастливая. Бегаю по всему кабинету. Эй, Аня, давай пойдем пошибимся снова. Ура! Я хочу какой-то мерч с анимешками. Ты такой еще ребенок, да? А ты-то у нас это соблазнительница мелкая. Так, поговори с Дамианом. Да я уже с ним разговаривала, тут кто от него. Ну так что, домой идешь? Да, и что? Я домой иду. Ну так иди. Так и что, я со всеми поговорила уже до этого. Школа закончилась, время возвращаться домой. Аня, ты там? Аня приперлась! О-кайри. О-кайри-насай. А, все мне очень рады. Как поздно-то уже. Надо будет начать делать ужин. Я планирую сегодня стейк-гамбургер. Ура! Ура! Гамбургер на ужин! Стейк, имеет в виду. А, да-да-да, хорошо. Иди, сделай свою домашнюю работу и пошевеливайся. Подождите-ка. Ладно, я начну готовить ужин. Давай, я приготовлю собаке еду. Не хочу, говорит собака, ты меня тоже убьешь. Я лучше девку съем. У меня нет времени на игры, я занята с моим дневником. Собака грустно ушла, не кормленная, всеми забитая. А, у тебя есть дневник домашней работы? Чё пишешь там? Я еще не решила. А на сегодня все. Будьте осторожны по пути домой. Так, что записала в дневник насчет домашки? Я сделала супер офигенный дневник. И что это значит? Ну... Ты что там написал в своем дневнике? В дневнике? Ну что ты такое лицо-то сделал? Да это не ваше дело, перестаньте со мной говорить. Я сделала супер-пупер классный дневник. Я вам всем покажу. Классный дневник? Я собираюсь, что эти дворяне вроде вас умеют такое делать. И слышь, если так будешь о ней говорить, я тебе морду набью. Она в шоке. И вот что случилось. Ясно.
それにしても絵日記なんてすごいも何もないだろう。そもそも絵日記は как тебе сделать дневник так клёвым? 絵と文章で表現させてアウトプットの強化を図りつつ教師が生徒の日常の把握を。Батя какие-то сложные слова использует. Мне нужно показать второму сыну супер-пупер классный дневник. Почему ты так говоришь? Для плана Б. Какой супер-пупер классный дневник. Давай, Аня, давай будем дружить. Это должно сработать. Хочу его показать. Понятно. Сука. А как сделать дневник крутым? Это типа нужно включать какие-то фотки, воспоминания, которые тебе нравились, да? Я хочу веселиться! Это хороший момент произвести впечатление на свою домашку. Давайте напишем клевый дневник. Я хочу куда-то пойти. Ладно, ладно, давайте решим, куда мы пойдем. Ура! Так, вы хотите с семьей гулять на выходных, чтобы Аня сделала кучу классных воспоминаний и заполнила ее дневник. Ты можешь выбирать, куда ты хочешь отправиться. Выбери фонтан. Классно, у нас будет день ВДВ, мы будем купаться в фонтане. Едем в фонтан. Кишечная палочка нас уже ждет. Мы все очень рады. Сегодня наш последний день в качестве большой дружной семьи. А наше следующее назначение – это фонтан Плаза. Там должно быть безопасно, но лучше, если я подготовлюсь. Там есть фонтан. Там прямо из фонтана вода. Плюх-плюх. Батя. Да? Подожди, что? А что тебе не нравится? Ты... Что? Ты должен решить, какие предметы хочет Аня взять с собой? Что? Нажми кнопку магазина. Какого магазина? Я еще что-то и покупать должна? Чтобы пойти на фондан посмотреть? Жесть. А, ну нам нужна Bubble Wand. Вот это... Мыльные пузыри. А мыльные пузыри очень нужны. Мы там пенную вечеринку устроим в этом фонтане. Так, ты можешь покупать всякую дребедень. И какие-то очки. Могут быть заработаны. Классно. А чё, у меня только 100 рублей в кармане. А, нет никаких предметов. Вообще ничего нет. Я все, что могу купить, карточки. А я могу ничего не покупать. Я оставлю себе, что называется, на черный день. Три костюма? Какой костюм? Открыто... Я хотела бы сказать лысина, но у нее просто короткие волосы. А, зачес открыт у бати. Понитейл. Ну, понитейл, кстати, у нее хорошо здесь смотрится. Хейрл стал. Ага, можно форму, можно вот это платье. Допустим, как есть. Никаких аксессуаров, это какие-то прически, есть какая-то шапка. Можно переодевать вообще всех, я так понимаю, что, да? Да, ну, это как примерный отец. Не-не-не. Пусть он... Да пусть он everyday look будет, а то что какой-то он лохматый ходит. Шапки у него тоже никакой, что там по матери? Что, профессионал Абду? Да, у него там косичка и не косичка. Ну, понятно, у него, кстати, классный. Ладно, пусть они будут классические, не буду ничего менять. Нормально все. Не, ну, кстати, вот это классное у нее платье, клевое. Но опять-таки, я что-то задумалась. Мне там надо, у меня только 100 рублей, я на них покупаю карточки в бассейн. Купать их там, ой, в бассейн, господи, в фонтан. В фонтане буду выкупывать свои карточки, которые только что купила. Все замечательно, все супер. Я выхожу из этого магазина, могу взять карточки. Очень рада, очень здорово, все прекрасно. Беру я с собой карточки. Как это закрыть? После ужина. Этись, как нажралась, какая довольная. Время спать. Аня, пора спать. Аня пошла спать. Ладно, Аня не пошла спать, а Аня пошла докапывать всех вообще. Чё, Аня нормальный ребенок, не какой-то там спокойный. Я буду спать с тобой сегодня ночью, без разговоров, псина, ты сегодня спишь со мной. Мама, я спать хочу. Ну так иди и ляг. В чем проблема?
Я сегодня буду с пингвином спать, не просто так. Я важная, бумажная. Ты только что говорила матери абсолютно противоположное. Она говорит, я не хочу спать. Я не очень-то и сонная. Ты лишь как будто очень хочешь спать. Ладно, все, я пошла. Я пошла дрыхнуть. Ура, спать! Что может быть лучше спать? Неважно, сколько тебе там. 6, 26, 40, 80. Нет ничего лучше сна. Здорово всем. Папа, мама, Бонд. Доброе утро всем. Кто-то сегодня проснулся в хорошем духе. Собака, что ли? Пошли наконец-то гулять. Ты можешь выбирать, что одеть. Да я уже посмотрела, что надеть, мне ничего не понравилось. Да я уже все пересмотрела. Нормально мне так ходить. Мне нормально. Мне нормально выпустить меня. У меня нормальная это, ночнушка моя с бантиком. Самая клевая, самая лучшая. Чтобы все девки и пацаны завидовали. Открой меню. Зачем? Выбери иконку и выходи. А чё там какие-то деньги мне дали? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ты заработал чудо миллион денег. Миллион денег, миллион шмоток. Да подождите, подождите, подождите. Стойте, 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 у меня деньги появились. Что там по... Какие там шмотки, какие там аутфиты? Ну-ка, 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 ну-ка. Срочно нужно посмотреть, во что можно переодеть. Чё, платье? Псины? Бонд, это же псина, нет? Это из нее что ли? Ой, какое платьице у нее красиво. О, какая она мощная. Ну, кстати, платьице у нее красиво. Нет, мы, она, пусть она будет альтушкой. Маленькая, маленькая Аня альтушка, классно. А, что там, она может еще и в очках ходить, какая она крутая, а что там, ну, есть только одна такая, ну, неважно. Халло? Не-не-не, нам такое не надо. Ну, да нет, так нормально, так она клевая вообще в этом своем, прикиде. Классная, классная, что там по отцу? По отцу тоже по панкам одеть. Ну, блин, мне на самом деле нравится его костюм классический. Хотя можно надеть его как типичный такой батя в непонятной какой-то футболке, в растянутых джинсах. Не-не-не, сделаем нормального отца. Да не, наверное, хотя нет, только оставим. Шапок ему не надо, что там по матери? Не должны быть какие-то классные шмотки. А, ну... Ну пусть она будет в белом платьице, я не буду делать из них, что называется, двух альтушек. У нас одна маленькая есть. Тем более, ей очень хорошо в этом платьице. Все прекрасно, все замечательно. У меня есть деньги что-то купить. Конечно, нужно брать с собой вот эту палку, копалку, что это за дрянь. И пожрать. Пожрать, без пожрать можно не выходить, что называется. О, какая я классная. Я классная, боже мой. Какая я классная. Поговорить с собакой. Ну, конечно, поговорить с собакой. Слышь, собака. Здорово. Доброе утро. Собака рада. Ты такой под энергетиками сегодня, прям как я каждый день. Так, ну все, пошли, пошли, мать, пошли. Давай, бери меня за руку и пойдем. Доброе утро, Аня-сан. Доброе утро. Хорошо спала? Наспалась от души, я так полна энергии. Класс, класс, класс. Все, побежали. Хотите войти в Фонтан Плаза? Хочу, хочу, пустите. Гулянка, гулянка. А сука, мой фонтан уже заняли какие-то дети. Сейчас мы их утопим тут. Ура, ура, ура. Какой огромный фонтан! Походу им весело. Хотя и без бутылки не весело, как говорится. Ищи, изучай предметы, которые Аня находит супер крутыми. И посмотри на ее реакцию. Красиво, просто с ума сойти. Ну какая довольная. С ума сойти. Вот это да. Ну-ка, что, карточки? Я могу положить карточки себе под жопу. Клус. Классно. Так, фоткаем. Хочешь сфоткать? Конечно, хочу сфоткать. Давайте.
Давайте фоткаемся. Фоткаемся. Принять, да. Сделай супер крутую фотку. Фокусироваться надо, изумить. Нифига себе, это прям как это, как настоящее. Сфокусируйся. Ой, слишком много обучения еще-то. Да блин. Да дайте сфоткать как надо. Вон там можно это зумить, вон смотрите, зумить можно. Сделайте вовремя картинку. Вон, все, и тайминг, и фокус, и угол, и Аня вон какая упоротая. Ты получил супер-пупер реакцию. А, вон можно бабл. Можно просто вот так сделать. Ну-ка, хотите сделать фотку? Сделаем фотку просто с фонтаном. Семейную, небось. Вон она какая довольная, какая классная. Идеально попала, как говорится, в тайминг. Да, хотите выбрать, конечно. Есть. Супер. Супер-пупер. А с матерью фотки будут сегодня? Или только с отцом? Мне так весело. Это был прекрасный день. А что, мы уже уходим? Стойте, стойте. В смысле пойдем домой? Я не закончила. Я для кого покупала Bubble Wand? Она в шоке. Слышите? Мы что-то как-то не быстро ли? Вернуться домой. Мы домой приперлись. Весело было. Давайте решим, куда пойдем в следующий раз. Классно, я их не слышу. Они что-то говорят, я их не слышу. В город. Можно выйти в город. Угу. Новые предметы были добавлены. Классно. Классно, 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 здорово. Ну, давайте в город в следующий раз, ладно. Так уж и буду не сопротивляться. Хотя у меня там это... Мыльные пузыри у меня там остались. У фонтана. Папа, я хочу идти шопиться. До следующий раз выйдем... Почему бы нам не пошопиться в городе? Звучит идеально. А, мне тоже нужно кое-что купить. А, я хочу... Тихий пистолет, но, видимо, бесшумный. Замок или, господи, арахис. А, я хочу бесшумный пистолет убивать их направо и налево. Пистолет с глушителем, говорят, хочу. Конечно. Если он есть в распродаже. Так, а что там по магазу в очередной раз? Нужно купить все, что можно купить. Нужно купить... у тебя какие-то новые предметы? Подожди, подожди. Да подождите вы, господи! Да, ну отстой. Это что? А можно собаку приодеть? Да, ничего интересного тут. А, не, нормально. Нужно купить, что там? Пингвин надо это купить. Пингвин классный. Пингвин, химеру, ну и робота. Что называется, гуляю на все. Гуляю на все деньги. На все свои детские деньги. Короче, я устала. Я пойду писать свой дневник и спать. Играть в мини-игры. В мини-игры... Так, открыта готовка. Открыт, не знаю, баскетбол, волейбол, что за дребедень. Я не знаю, я в играх не разбираюсь. Шутер какой-то открыт. О, бойня, бойня открыта, бойня. Да давайте, короче, приготовим. Давайте поготовим. Хотя мать там устала вся. Что? Надо, подожди, не, какой там, во. Готовить сьор.
чтобы она всех нас убила тут. Поиграй в мини-игру. Три типа игры. Вон, для овощей, таких как я. Нет специальных овощей, потому что специальный овощ тут я, поэтому поехали. Поехали готовить. Наверное, это не должно быть сложно, правда? Сегодня я готовлю. Надеюсь, что вы голодные. Порежь все овощи. И три морковки есть на выбор. Мы сегодня жрём морковки, дети. Так, супер. Опа, я порезала же. А, не то порезала. Да ладно, как-то порезала морковку, и ладно. Не подавится, как говорится. А следующий, что следующий этап? Я определенно не то режу. Собака расстроилась. Если вы перестанете кидать продукты, я начну резать лучше. Боже мой, сколько тут стейджей-то, этапов. А боже мой, я не выдержу, как говорится. Ну и дурдом, конечно. После этого у Анечки была такая прическа. Ужин готов. Вкусно, говорит. Ну еще бы, с пола-то было невкусно. Пройдено. Выйти из игры? Да, спасибо, выпустите меня, пожалуйста, и никогда не запускайте сюда обратно. Я не хочу здесь быть. Я в жизни-то не очень люблю готовить. Вы за это мне дали S? Спасибо. Спасибо, что игра настолько меня, что называется, жалеет. Ты можешь практиковаться. Можно не надо? Можно не надо вот этого всего? Ну-ка, давайте попробуем народ порезать. Стандартный геймплей. Ну, давайте стандартный геймплей. Я надеюсь, это будет проще, чем овощи резать. Надеюсь, людей резать проще, чем овощи. Уничтожь цель, которая скрывается где-то в отеле. Так, что, блин, ну кто говорит куе? Ну что это за, за клавиши такие куе? Б-додж, В-додж, контратака. Я на таких клавишах, называется, вообще никогда... Ну давайте попробуем. Ладно, я вроде справляюсь. Показал им всю свою кунг-фу! Спокойно. Она не выделывается. Все, они все сдохли. Нет, ты кто? Первая фаза готова. Бонус 7 секунд. Там еще какие-то супер движения у меня есть. А! Мини-босс! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Я что-то нажала, и она с ума сошла. А ну спокойно, я всех убила. 4 секунды, ну спасибо, я за 4 секунды точно всех убью. Это босс? Это босс? Нет, нифига. Босс! А где перекаты, прыжки? А-а-а! Да блин!
Я все сделала. Классные мини-геймы, которые мне не сильно нужны. Так, но у меня снова какие-то билеты. Все, вот задолбало меня вот именно с таким лицом. Я поперла спать. До свидания. Я сегодня таких кошмаров от вас насмотрелась, что пойду-ка я спать. Осталось 2 дня до следующего выхода погулять. Вы предлагаете мне целых 2 дня еще заниматься мини-играми? Вы там охренели, что ли? Здорово всем, я проснулась. Пойдемте сегодня куда-нибудь тоже. Я уже не хочу ничего, пойдемте, просто пойдемте. Проверь, что ты там проверь. Практиковаться в мини-игры? Да не хочу практиковаться в мини-игры. Открой Memory Fun Times. Так, я открыла. Ты можешь посмотреть на фотки. Ну, спасибо, но вы можете как-то меня выпустить из этого всего? Вот мои фотки, мои классные фотки. Они прекрасные, замечательные, просто восхитительные. Теперь выпустите, пожалуйста, я пойду там в школу или куда. Когда мы наконец-то уйдем отсюда? А, выйди, иди, да, иди в школу, короче. Иди учиться. А, я сегодня буду самой лучшенькой. Да, я супер-пупер учусь. А, что ты там хотела? А, не, ну-ка глянь на вот это. А, это же ручка с пингвином, я ее уже видела. Анечка, ты ничего не понимаешь. Неужели ты не видишь, что она полностью новая? Вон, посмотри, другие цвета. Даже что-то такое простое, как ручка, может быть великолепным началом разговора. Началом разговора? Да, началом разговора с где-нибудь, с кем-нибудь, любая тема для разговора может послужить чем-то интересным. Я думаю, чем больше людей очень захочет поговорить с тобой, тем более они будут рады узнать тебя, и ты им понравишься. Любая тема подойдет. Значит, пингвины. Пингвины? Не просто какой-то пингвин, агент пингвин. Пингвин-мен, которого я получила от папы. Я уверена, что все его полюбят. Моя любовь, Ллойд подарил тебе пингвина? Анечка, ну-ка расскажи в деталях. А что, мне еще нужно с ней разговаривать до посинения? Бусы какие-то там. Можно находить мусорку в коридоре. Ну, спасибо. Чего, найди стул. А зачем мне стул, чтобы по голове ее ударить? Чтобы она перестала на батю моего западать. Что-то какая-то музыка из меня поперла. Жесть. А, взять фотку? Ну давайте сделаем фотку на стуле. Вот так и быть. А-а-а! О, ну идеальная фотка того, как я хочу спать. Оставим такую, какая есть. Выбрать эту? Ну, конечно, выбрать эту. Та какая-то странная. Да, выбрать эту, да-да-да. Идеально. Специально села на стул, чтобы её пофоткали в школе. А, так, опять у меня это какой-то придёшь на себя какой-то. А, время уходить? Да-да-да. Вернуться домой. Время уходить, подожди. Вы сказали, что тут какие-то есть... А, хотя, с другой стороны, тут же эти экшены только... Ну, лимитные, короче. Сегодня в помойку я не посмотрю, к сожалению. Сегодня я без помойки. Там, наверное, что-то было классно в этой помойке, но я сегодня без нее, поэтому просто иду домой. Я приперлась. Тебя еще не съели, вот прекрасно. Добро пожаловать домой. Чё-то ты рано. Вот такая клевая, крутая. Посмотри на супер крутые предметы в своем доме. А, супер крутой кактус. А я тоже могу только один какой-то экшен сделать. А с батей могу экшен какой-нибудь сделать? Экшен с батей. Поговорить можно. А папенька-то шпион. Пью-пью. А мамочка-то убийца. Щтяп-щтяп. Она имеет в виду звук ножей. А, готово. Очень хорошо, если бы я сказала это себе. Рисовала что-то? Если они увидят это, то мои силы больше не будут секретом, будут раскрыты. Что такое? А, понятно, новый шедевр. Это Бондман, правильно? Должно быть, это он.
Ага. И это ведьмоподобная принцесса? Ну, короче, милый котеночек, я думаю. Ты хотел сказать псина. Ну, там нарисовала их всех. Ну, по крайней мере, из-за того, что я плохо рисую, секрет все еще секрет. Мама, я хочу, чтобы ты потренировала меня. В каком смысле потренировала? А, супер убийственным приемом и ударом. Ну почему сейчас? Я хочу быть сильной, как ты, и стать супер элитным агентом. Ну тогда не будем терять время, начнем прямо сейчас. Повторяй за мной. Вот, присядь вот немного так. Вы что делаете? Так, ну мы, наверное, все-таки посмотрим на куст. Что может быть интереснее куста, правда? Так, давайте смотрим на куст. Супер крутой куст. А, я и куст, короче. Жопа бати. А, она выглядывает. Вон она какая хитрая. Ты куда пошла? А можешь еще раз это вернуться? Да. Стой, хитрая жопа. Опа! Попался, батя, попался. Че, фокус не тут? Угол не тут? А что тебе с углом-то не нравится? Угол не тут. Вы что, охренели там? Блин, да вы издеваетесь. Нормальные фотки. Я что, типа мутная, что ли, это сделала? Сделай другую фотку. Давайте сделаем другую фотку. А что не нравится? Ни по фокусу, ни по углу. Да ё-моё! Тайминг-то идеальный. Да нормальная фотка, чего мне нравится? Отличная фотка! Это система, компьютер этот не понимает ничего в искусстве. Пошли вы нахрен. Я отличный фотограф. Куст не даст соврать. А, пойди пожри. Ну, пойдем пожрем. Время жрать. Они будут этим всем заниматься. После ужина. Смотрите, она довольная. Ты можешь потренироваться в мини-играх. Ну нахрен их, я пошла спать. Я не хочу тренироваться в мини-играх, я хочу спать. А когда мы пойдем в город-то? Остался один день до гулянки. Вот это, конечно, рутина ежедневная, с ума сойти. Так, туториалы. Да боже мой, вы с этими туториалами меня уже час мучаете. А можно мне выйти? До свидания. Пойти в школу, да. Блин, сегодня физра. А, у меня экшон. Подожди, надо с дедом поговорить. Я лучше всех прыгнула через козла. Отличное поведение, Форджер. Но работай над своими основами и используй их каждый день. Окей. Ты заработала еще каких-то очков. Ну-ка. Фоткаем снова, супер крутые вещи. Подожди. О, иди. А что с углом-то опять не так? Я не понимаю, почему ему не нравится угол. Да что такое? Вот. Вот теперь-то все идеально. Но угол на самом деле говно. Почему система считает, что он лучше? Ой, да пошли вы, много ли вы понимаете? Вот эту возьму. Выбрать эту. Блин, первая хорошо выглядела. Да, все, выпустите меня из этого дурдома фотографического. Да что там из меня вышло опять или зашло? Вернуться домой, конечно. Я приперлась! Опять какие-то билеты. Я не знаю, это что это за лотерейные билеты мы собираем? Батя, что это такое? Да, Аня. Что это за дрянь? Это билет. А, ты можешь... Ну да, это лотерейный билет. Ты можешь протестировать свою удачу и выиграть приз. Я хочу тестировать свою удачу. Ждем, не дождемся, когда мы наконец-то сможем... лотерейный билет там здесь что-то сделать.
выполни какие-то миссии. Там с тобой нужно поговорить, да? Еще с тобой поговорим. Агент Аня, директору Химере. Я стану хвостом мамы. Я держу маму на хвосте. Химера здесь. Понятно. Присаживаюсь, не проявляю никаких признаков жизни. Мне незаметно. Она в охрене от того, что происходит. Аня здесь. Цель мамы вошла в ее комнату. Начинается ловушка. Я заставила ее организовать супер-пупер секретное место. Сейчас я зайду внутрь. Аня, милая, в моей комнате есть опасные вещи. Не заходи туда, ночь тебя убьет. Тебя убьет я своими руками. Хорошо. Слышь, бать, давай еще поговорим. Аня, рисование это, конечно, здорово, но сначала закончи свою домашку. Сначала рисунки, учеба потом. Прости, что сказала? Ну давай, не заводись, дай ей закончить. Ну слышь... Готово, все смотрите! Как мило! А что это? Аня, папа, мама и Бонд. Ладно, я думаю, что учеба один раз может подождать. Экшен какой-то очередной. Ну давайте экшен очередной. Я теперь буду в этой, в духовке в какой-то? Нет. А что происходит? А, она жрать хочет. Опять ей там угол не понравится этой камере. Опа! Идеально. Вот этот кадр идеальный. Он какой-то, что называется, размытый, непонятный, и лица не видно. Вон он рыдает. Хотите сделать? Нет, не хочу. Меня все устроило в первый раз. Я снова зарабатываю себе лампочки. Я зарабатываю себе лампочки на профессию электрика. Время готовить ужин. Ура, мы жрём. Как хорошо пожрать, прям по ее виду видно. А, все, идем спать. Когда мы там идем на гулянку? Сегодня? Сегодня мы идем в город. Мы сегодня в город-то идем или когда? Ура! Всем доброе утро! Я проснулась! Сегодня мой удачный день. А, да, я же обещал. Слышь, поторапливайся! Меня ждут лучшие призы. Да, боже мой. Час прошел, меня все еще чему-то обучают. А, слушайте, поперли, короче. Можно еще с тобой чекпоинты? Нет, нельзя. Ну и пошли тогда гулять. Я лучше выиграю. Ну, удачи. Так, тебе нужны билеты... Больше билетов, новых достижений, ой, новых назначений. Ага, я могу выиграть шапки, очки и какие-то шмотки. Ага, вот еще какие-то шмотки. А там прям какие-то шмотки другие. Так, ну блин, я ничего из этого на самом деле не хочу. Ну ладно, ну давайте попробуем. Микс. И чё, я выиграла в лотерею? Какую-то хрень, какая-то гача началась. Ага, отлично, я выиграла батя шмотки. Он теперь не будет ходить как бомж. Надо было это перемешать, что-то я задумалась. А мне нужно все билеты потратить? Так, выпустите меня из этой лотереи. Что-то я уже наиграла, что называется, деньги все перетратила. Вернуться домой, да. Мы гулять сегодня пойдем? А, или подождите, весь день был потрачен на то, чтобы эти билеты, что называется, выигрывать. Подождите, мы же договаривались пойти до этого погулять. Пойти. Пойти погулять. Да, пойдемте в город. Гулянка, гулянка. Понеслась. Агент папа, кондитерский, был захвачен мною. Ман, это не очень хорошо. Мы должны его спасти. Точно, пойдем преподадим плохишам урок. Слышь, не подыгрывай ей. Собака не лай. Пойдемте, агенты, нужно поймать всех врагов в ловушку. Нет, у меня все равно какие-то два шутката. А что только что называется немного-то поговорить? О, ты кто? А, это этот брат, ее брательник. Здорово. Ты что тут делаешь? Мы на гулянке, на семейной гулянке. Ла-ла-ла-ла-ла.
Было бы классно, если бы Ллойда тут не было. Ты что тут развлекаешься? Я на гулянке с мамой и папой. Что ж за правильный ответ? Ты чертовски удачливо пойти погулять вместе с ней. Господи, да пойди погулять с твоей сестрой сам, боже мой. Тебе сколько лет, пингвин? Я могу фоткаться с пингвином непонятно где. Вон там платьишки клевые. Чё там смотришь? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, у нас собачья еда заканчивается. Надо будет купить по дороге домой. Ей, и арахис тоже. Что, их тоже купим? Но не ешь их слишком много перед ужином. Ура, ура, спасибо, спасибо. Так, давайте, давайте фоткаемся, как мы хотим платье. Просто пусть все зафоткают, как мы хотим платье. А чё с углом опять не так? Хотите еще раз? Да, хочу. Я не понимаю, почему угол вечно не тут. Да вон идеально же. Идеально. Да пошли вы. Ничего вы в фотографии не понимаете. Как-то делали игру через жопу. Что? Нет, зачем еще? Была отличная фотка. Ладно, фиг с вами. Нет, не эту, вот эту хочу. Такая вот я модная. Так, у меня есть какая-то химера. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну вот это идеально. Идеально, хотя ни хрена не видно. Нет. Пусть то будет. Буду я тут с вами переделывать, что называется, по 100 раз. Ну, здесь 3 звезды зато. Ну, раз 3 звезды считает игра, то пусть считает, что это 3 звезды. Мы все хотим жрать. Скоро пойдем домой. Что ж приготовить-то сегодня? Стейки давай. У Ани, как говорится, губа не дура. Все, пошлите, что называется, домой. Мы вернулись. Весело было, просто с ума сойти. Какой хороший день. В следующий раз тоже хочу выйти. Куда пойдем? Планируем, планируем, куда идем в следующий раз. Сохраниться. Серьезно, вы предложили меня... Спустя 1,5 часа практически предложили мне сохраниться. Ну, спасибо. Ну, спасибо, что предложили хотя бы сохраниться. А, честно говоря, я устала и легла бы спать.